Блин, у тебя сейчас свечи сгорят, алло. Блин, у них башка горит. Как нужно работать? Блять, он клеит ценники 30%. Блин, у него лента ценников огромная. Скажи, пусть идет. Ухла, потухла, она потухла. Ах вы сучки. Женя, ну понятно, почему она сгорела. С днем рождения тебя. Я должен задуть, да, свечи? С днем рождения. Мне нравится, что мне 72. С 3 сентября это тебя. Это так задумано, да? С 20 августа. Конечно. Все, я загадал. Так, можно свет включить уже. Вау, спасибо. Ну, у нас подарок еще. А, ну то есть это вот этим воняло, да? Блять, я надеюсь, что сейчас не сработает. Господи, что это? Я надеюсь, сейчас с той стороны еще. Ты должен сам распаковывать. Скажи, что там несу это живое. Хотя в пленку обмотано. Только трясти не надо. Там реально что-то живое? А да. Ты боишься? Я, да, боюсь. У меня задница горит. А, нет, бля, извините. Там до сих пор горит реально. Надо водой. Ап. Все. Я потушила. Я не знаю. Я не буду открывать, открывай. Я боюсь. Давай я открою. Не, это не страшно, это безопасно. Это не страшно, это безопасно. Ты в безопасности. Но я тебе клянусь, что тебе такой подарок никто никогда не дарил. Возможно, да. Мы ждали его очень долго. А поэтому вы замотали его в пленку? Нет. Но нет, так положено. Тогда я одно раз. Кто-то живой, да? Не надо, вы меня пугаете. Можно было больше пленки? Это похоже на работу в Старбаксе с пленкой. Где пончики. А? И никто ничто не отпустит. Самое интересное. Да. Нам всем интересно. Там еще какая-то упаковка внутри. Самое интересное. А, ну слушайте, молодцы, хорошо упаковали. То есть можно было и потрясти. Стекловато. Потому что это живое, реально. Блять, пошел муравьиная ферма, ребят. Реально? Да. Блять, вот это жесть. А как они что, в посылке живут? Да. Ну, я не знаю. А если они выбрались, да? Блять? Ну, да. А если они выберутся дома? Это будет весело. Нормально. Они не с головой, мне нравится. Блядь, жестко. Они же живы? Женщина, вы живы? Они долго едут. Они, может, в зародышах, кто их знает? Нет, они живы, да, они ползают там. Я... Блядь, пиздец, ребята, вы что? Класс. Бля, это охуенный подарок. Ну, что, подарить тебе AirPods мы не могли. Нам денег не хватает. Мы должны были подарить тебе что-то. Ты знаешь, откуда они? Тебе никто не подарит. Откуда они ехали? Из Сибири. Ебать, сибирский муравей. Из западной. Ну, понимаешь, да, почему мы тебя не поздравили? Из западной Сибири. Ты думал, мы забыли? Блять, это же есть муравьиная ферма. Чтобы вы понимали, я несколько месяцев назад хотел купить реально. Да ладно. Серьезно? Да, но я подумывал, типа, я так поглядывал, я в ТикТоке увидел кого-то. Вот это да. Бля. А, ну ее еще надо собрать. Блять, я надеюсь, что они. А, ну они там в каком-то этом. А, они в пробирке, вот. Я потом. Да. Все нормально. Ебать, я в ахуе, партнеры. Спасибо. Можно я вас обнимать буду все? Можно я... Кстати, Алиса, а фильмец? Как же фильмец, который был с корпоратива? Ты же нам обещала. У меня все там заедало просто. Я все выбираю память. А, вот это, я думаю, тебе пригодится. Вот наблюдение, правила увлажнения, частные вопросы, заселение, кормление. Мы решили, что у тебя мало детей. Ты можешь показать? Как ползает? Вообще тут якобы одна королева и 9 этих. Солдатиков обслуживают. Но они будут плодить? Похоже, что за счет... А ты уверен, что их безопасно светить? Вау, да я думаю... Их там побольше. Они расплодились, пока ехали в Сибирь. Ты расстроился, да, когда мы тебе подарок подарили? Не знаю, я не успел об этом подумать, с учетом того, что я ждал собрания вчерашнего этого, блять. А, ты уже знал? И выяснил, что все, что я тебе сказала, там было. Блин, это надо же еще как-то собрать, да? Блять, охуенно, ребята, это реально охуенный подарок. Это реально, они живые, прикольно, они все еще живые. Ну, алкоголики, как и ты. Пиздец, ребята.